иацаҳҵоит акиноҭыхра знапалаку аҿар ирызку адырраҭарақәа рцикл. Иахьацысны даҳҭоуп Атана Агрба, ГИК актәи акурс астудентка. Атана, я пригласила сегодня тебя в нашу студию как представительницу новой генерации. Ты не смейся, потому что те темпы, тот размах, который ты взяла, завоевывая кино, просто грандиозный. То есть я тебя знала 3 года назад, ты была еще совсем маленькой девочкой, школьницей, которая получила приз зрительских симпатий на фестивале любительских фильмов. И я тогда брала у тебя интервью, ты помнишь? Конечно. Да, и меня удивил этот ребенок, который с таким рвением, с таким вдохновением говорит о кино. Твоя фантазия родила образ войны страшный, он как сопряжен с любовью. Мы посмотрим маленький кусочек этого интервью. С удовольствием посмотрим. Показать войну нашими глазами в первую очередь. И для нас фестиваль это был не то, чтобы как бы снять просто кино и изложить свою мысль, а, наверное, в первую очередь это было определить для себя, правда ли мы хотим заниматься этим в дальнейшем. Потому что раньше было только желание стать режиссером, а за ним мы не брали камеру в руки, мы не снимали такого крупного игрового кино, так как хотим дальше снимать в игровое кино именно. У нас опыта не было, и мы решили снять фильм, попробовать себя в этом и определить для себя, на самом деле, хотим мы этим заниматься в будущем и посвятить как бы всю жизнь этому. Как ты приняла решение стать именно документалистом? Образ вот этого фильма твоего, эти костюмы, эта эстетика, это все, вот оно все больше как бы тяготеет к какому-то игровому, да, какому-то декоративному жанру. И вдруг документальное кино. Почему ты решилась в последний момент освоить профессию документалиста? Документальное кино нисколько не менее художественное произведение может быть. Искренность для меня вообще превыше всего. А документальное кино может дать такую искренность, какую не даст игровое кино, понимаете? Эти искренние эмоции, которые может запечатлеть в нужный момент и может очень сильно сыграть на зрителя. И, кстати, документальное кино, мне кажется, имеет больше влияние на общество, нежели игровое, потому что в нем есть правда, истинная правда, не завуалирована никакими художественными образами, а чистая правда такой, какая она есть. А это замечательно, правда? Я тебя прекрасно понимаю, потому что я сама заболела документальным кино в свое время. Хотя оно и менее раскручено, чем игровое, правда, и менее популярно, но оно более правдиво и более искренне и более действенно, и правильно? Более действенно. У нас очень мало специалистов в этой как бы сфере и очень много материала, которого нужно и можно запечатлеть. Специалистов я с тобой совершенно согласна. У нас документально очень много ребят учатся на игровом кино, а документалистов у нас практически вот, кроме тебя, пожалуй, вот из молодых никого нет. Я хочу сказать нашим зрителям, что ты умудрилась поступить во ВГИК, не закончив среднюю образовательную школу. Это просто потрясающе. Я хочу тебе задать такой вопрос. Во-первых, как ты умудрилась это все сделать? Вот так быстро, вот так вот неожиданно для всех. Режиссура – это возрастная профессия, и поступить туда не так просто. И лимит – это совсем не все. Это творческий вуз. Если бы ты не понравилась мастеру и не внушила доверия педагогам, вступительной комиссии, ты бы не стала сегодня студенткой. Как это тебе все удалось? Перед тем, как я поставила себе цель поступать в это учебное заведение, конечно, меня пугали мнения людей о том, что это невозможно, что это нереально поступить в этот вуз. Год назад я услышала о такой возможности пройти курс профориентации во ВГИКе на режиссерский факультет. И чудом или случайно, чередой каких-то случайностей получилось так, что я приняла участие в этом кастинге, и меня приняли. Будучи школьницей? Будучи школьницей. Конечно же, мои родители были против такой как бы новости, как так? Я еще школьница, еще ребенок, но...
ты настояла? Ну, я настояла на своем, естественно. Приехав туда, конечно же, мои ожидания немножко разнились, да, с реальностью, которая была, потому что у меня было немножко такое расплывчатое представление о ВГИКе, о студентах, о уровне, который там есть, как бы задан. Поэтому первое время мне было немножко тяжело, немножко было скованное, мне сложно было раскрыться. Но как бы в процессе я нашла как бы свою нишу, я нашла себя, я нашла то, чем я хочу заниматься. Ты то есть... точно нашла все, абсолютно все нашла. Абсолютно все, потому что знакомство мое с Москвой, с этим большим количеством театров, с музеями, то есть мое культурное просвещение. И тебя не задавило эта информация, это все не было какого-то момента такого страха? Вот. Нет, было наоборот не страх, а было чувство предвкушения, что каждый раз узнать что-то либо новое. И было такое, что мне было сложно остановиться. То есть я тоже выходила за все грани, могла ходить днями, ночами по этим музеям, и никакие силы меня не могли остановить просто. Я не могла никак насладиться вот этой вот культурным... информации, которой бы так много в Москве. Скажи, пожалуйста, и вот этот вот багаж, который ты там получила, именно культурный, вот этот вот информационный багаж, он тебе дал силу, дал тебе еще дополнительную какую-то уверенность? Как ты этот багаж сопоставляла, сопрягала с тем, кто ты есть, откуда ты? Что в тебе происходило? Ты же понимала, что ты из Абхазии, да? Что у тебя есть какие-то свои корни. Ну, то, что я из Абхазии, мне никак нигде не помешало, а только помогло, потому что то, что я увидела тут за свои, там, да, какие-то там 16 лет, очень мне еще долго будет помогать в нахождении каких-либо историй, написаний, как бы, да. И то, что я из Абхазии, это только всегда было плюсом. На самом деле отличало от всей группы. Это хорошо, что тебя отличало. То, что ты от Абхазии, это было, я думаю, плюсом. Может быть, ты была не так культурно образована, да, скажем, не так много видела. Ты жила в послевоенной Абхазии долгое время, но ты почувствовала, что у тебя есть нечто, чего нет у них? Конечно, в свои как бы годы я уже имею опыт послевоенной как бы жизни, которую я увидела, да. Это уже был огромным опытом жизненным для меня, и на фоне как бы своих ровесников меня это выделяло всегда. Потому что все-таки мировоззрение ребенка, который рос в блокаде и видел, как бы, да, послевоенную вот эту вот обстановку, пространство поствоенное, все равно его отличает от других детей. Да, я читала твои какие-то эссе, какие-то маленькие рассказы. У тебя и семья непростая, мама писатель. Папа журналист, и ты, не видя этой войны, по рассказам родителей, твой образный мир богат вот какими-то кусками реальности, которые жили твои родные во время войны и после войны. Знаю, что ты прошла немаленький конкурс. Из 10 человек, да, тебя выбрали одну девочку из Абхазии. Значит, было за что? Ты поступила к очень большому мастеру. Лисакович, это классик документального кино. Вот как ты смогла его очаровать? Изначально очаровал он меня. Этот человек мне близок именно по взглядам, по его мироощущению. С такой четкой гражданской позиции человек, что и близко мне. У нас очень много точек соприкосновений, так как он родился во время Великой Отечественной войны. И как бы след в нем также есть в его творчестве войны, как бы оставила большой след. Один за другим фильмом все равно где-то перекликается с войной. И вот это вот соприкосновение, ты это почувствовала во время общения с ним, то есть его послевоенное и твое послевоенное детство, и он в тебе увидел своего человека, очень искреннего и очень...
А сейчас я хочу, чтобы, несмотря на то, что ты очень сопротивлялась, я очень хочу, чтобы мы все-таки посмотрели твою работу в сокращенной тобой же версии, так как ты уже по-другому на нее смотришь. Но тем не менее, вот, я хочу, чтобы мы ее посмотрели. Аамҭа ԥыруеит аԥсаатә еиԥш, аха аԥсаатәқәа рышьҭахьҟа ихынҳәуеит, аамҭа хынҳәрақәа. Аибашьра цашьа, ахҭысқәа, ҳрылацәажәон, ҳаԥсы ҳанаҳшьоз. Уи анаҩс исгәалашәон, исзааигәоу, сыуа, сҭахы, сҩызцәа. Аибашьраҿ мышкы жәаԥсҭазаарак ижәаԥсрак иурҭысуеит зныкала. Абар ԥшьымыз ирықәу, сҩызцәеи сареи ҳаибашьуеижьҭеи. Ҳара иаразнак ҳҽеидаҳкылеит, аӷа имчқәа зегьы еизганы ҳақалақь ҳамихырц анақәик. Авертолиотқәа ҳхаԥыруан, абомбақәа карыжьуан. Ҳақалақь алҩа ахатәан, амца алжон, ибылуан аҩнқәа. Аибашьра агәра ззымгоз ажәҩан иаҵәа ауаа реиԥш ишанханы иҟан. Аӷа акагьы деигӡомызт, аха ҳаргьы ҳгәы еиҭаԥомызт. Егьа иуадаҩзаргьы ҳгәы ҳарӷәӷәон, агәра ҳгон ҳара ҳшиааиуаз. Уаҳа ибасҳәари, ибзеиҭасҳәари, сгәы бзиоуп, сыԥсы ҭоуп, сцәымшәан. Зара зынӡа ҽакала избоит. Ирацәоуп еилыскааз, уанӡа ибасымҭоз ӡбо салагеит. Лассы-лассы исгәалашәо салагеит, исзааигәо ауаа, исызбагьо сааигәо иныҟаз аамҭа. Шаҟа насыԥ сымаз, уажәоуп инеилыскааз. Сҩызцәеи сареи ҳаидтәалоуп, ҳчаи ршыга бжьы гоит. Уи ибжьы иаҵаҩны исаҳауеит абыржәы анацәеи хәыҷқәеи рыҵаабжьы. Сцәа сҭаӡыӡоит, сыԥсы сыхнахуеит, слымҳақәа рзычҳаӡом, сыхшыҩ иланагоит. Ахәыҷқәа срыцәшәоит, избан урҭ лахьынҵас изроуз, аибашьра мцацәа амца бзалаԥшра. Аамҭа цар, аԥсҭазаара еиҭашьақәгылоуп, аха урҭ анацәа, ахәыҷқәа рыгәқәа рҿы инхоит. Аибашьра икылнаплааз ахәра. Уаҵы иаашар, ҳцоит аибашьра. Аӡила хыԥшылара ҳаззегь ҳацәшәоит. Аӡәгьы аибашьра далацәажәаӡом. Уажәы стәоуп, аха уашьҭан иҟало сыздырӡом. Сцәа ианыруеит, уаҵтәи ҳаибашьра даара иухәахоит. Асы ауеит иааҟәымццакәа. Аӡы ҳарроуп. Ашамҭаз санааԥш, цәалашәарак соуит. Исымацара хазмартамза, ааԥын афҩы хыскааит, акыргьы сырхәыцит. Аха схәыцрақәа сцеиԥхьыттеит. Хашсахьа цыргацырасуа саԥхьа иаагылоит. Насыԥ сымоуп сара ибара. Гәахәарак сныруеит. Уже
дочам чукки гоцам уепал хагахо уи абстазара хату. Абар интакой цитвежашукса сара созапшу и сачну и сад и сминут сапшу и мацу агухра абсату обскоча снеует лассылысса ацухтун хахипарца затыпач ску и снатуй и итауз бараша акызацук инхиташан дохра уй халахинца тачух и мачдзу мусы пши и холахинцаква уй ажапшан дохра и ачаху дапшин санду айбащра дуахина скил казарпазды и запшин дапсаанца ларгягага дэвизан дунэйдану пшилыца на гухара уйкса сэпши лассы-лассы и алартуан лыма захоч стадзу хазашан дохра ацуки издырцу маститас дапсаанца лымарц данакурцу заилыр гайд уй ашан дохра и штадзу хазабарфын чабра илухан ататынца лах лапсэйпш бзиил гузарпас илрэй яны пырцуас и каирша зататынца блаха лапса яцацан лацухай псрэкшнанца сарги уй ашан дохра чэсцухай ханэй пырцуаз и сутыз асаат уй афбапи усалам шхонсуаз анаюс янгылыйт ус иху ихэгэ сазы янгылыйт амта сарги агага савизахай издырвада ябаку агага аштаква уэвэ иимбу ахай хайху сарги агага ипши сышту агухра псрэшнанца. Атана, я очень рада, что ты у нас еще один студент в ГИКа, что в нашем полку прибыла. Я желаю тебе успехов. Я надеюсь, что мы с тобой будем еще встречаться. Спасибо тебе огромное. Спасибо вам. Абзейрас. До свидания.